стихами день накормлен досыта. И вот у ночи на краю свечу затеплет в руки Господа. Я дух и душу предаю. Но тьма, родившаяся в Каине, и нас она брала в расчет. Творю молитву, но раскаянье слезами сердце не печет. Пусть даже эта ночь последняя, и навсегда замрут уста. Нас не оставит милосердие и свет воскресшего Христа. Нас не оставит милосердие и свет воскресшего Христа. Пусть так, пускай и не поднимется молитва выше потолка. От сердца вера не отнимется, пока мисс крест творит рука. Христова тайна не разгадана и не подвластна никому. Огонь свечи и запах ладана пронзает Каина во тьму. Пусть даже эта ночь последняя, и навсегда замрут уста. Нас не оставит милосердие и свет воскресшего Христа. Нас не оставит милосердие и свет воскресшего Христа. Здравствуйте, мои дорогие. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. Сегодня у нас в гостях протодиакон Михаил Спельник, Олег Петров и Алексей Таранов. Здравствуйте. Да, добрый день, добрый вечер. Спасибо, Господи. Ну, знаете, послушал эту песню вашу, и зачастую бывает... ничего не надо говорить, просто послушаешь песню, и все становится ясно тебе. Не надо говорить ни о заслугах, не надо говорить ни о таланте, ничего, а просто сама песня сама за себя говорит. Настолько она глубоко проникнута любовью ко Христу, то, что она рождена из души, вот такой любящий, покаянный. Вот это все понятно. Мне хотелось бы вот с вами поближе познакомиться. Расскажите, пожалуйста, откуда вы к нам приехали в Петербург? Ну, вообще о себе вот расскажите что-нибудь. Ну, если говорить о моей жизни, то она, конечно, связана с церковным служением и творчеством, потому что все это неотъемлемо живет в моем сердце, в моей душе. Вот. И я сейчас нахожусь здесь, в Санкт-Петербурге. Я мечтал, конечно, приехать сюда. У меня несколько есть песен, которые как-то вот написаны именно для вашего города. И все то, что в моей жизни происходит, ну, наверное, это все благодаря, ну, во-первых, владыке нашему Александру, митрополиту Астанайскому и Казахстанскому, потому что, в общем, по большому счету, все делается по его благословению.
писать. В общем, музыку я начал давно. Ну, с юности, наверное, как первое чувство. Знаете, как это бывает всегда. Mm-hmm. Все это было про любовь. Да, это... У меня то же самое. Да, потому что, ну, естественно, потому что такой как бы возраст был. А потом, когда я рукоположился, знаете, мне казалось, что уже моя как творческая жизнь как-то закончилась. Потому что были много попыток петь где-то на эстраде. В то время это было очень как-то модно. Я проходил какие-то конкурсы музыкальные, вот, не приезжая туда. Просто мои записи отправляли. Вот. Но Господь как-то меня миловал. Он не попустил меня туда, как говорится, сильно окунуться. Вот. Но после этого началась как бы работа такая вот по своему... ну, как становлению, да. И я начал писать на музыку, на духовные стихи, ну, угу. и так далее. На свои или искали? Как? Не, я большинство и ищу слова. Я очень люблю, ну, такую дореволюционную поэзию. Вот. Но и в то же время люблю Ивана Бунина и Есенина, и пишу тоже мелодии на их стихи. Знаете, я вас услышал еще давно, в интернете. Мне кто-то прислал, говорит: Алексей Анатольевич, вам надо обязательно послушать. Я послушал, и, ну, меня тронуло вот ваше исполнение, это вот узнаваемость сразу, и, ну, манера, и музыкальность, все это вот вместе сплетено в личность такую. Я очень хотел вас пригласить. И не знал, как до вас добраться, где вы, что вы. Да, и несколько тут... лет мы к этому шли, сказать честно. Очень хотел. И даже, ну, прослушал ваши концерты, даже целыми концертами слушал. А потом вот мне протодиакон Николай Червон, говорит: отец Анатолий, все, надо. И дал мне ваш телефон, и, в общем, как связаться. Вы с ним дружите, да, с отцом Николаем? Да, дружим. Пересекаетесь, да? Пересекаемся, хотя он живет-то далеко, конечно. Да, на Урале, в Перми. Да. Вот видите, каким таким путем все Господь устроил. Вот, и вот вы здесь. Я очень рад. И хочу сказать телезрителям, что сегодня отец Михаил, протодиакон Михаил, с утра выступил в тюрьме. И не просто выступил, он там еще и службу послужил. Да, с утра была литургия. В исправительной колонии пятой здесь, концерт. В Петербурге. Вот, и ему пришлось испытать некоторые трудности, и они намерзлись на остановке, вот, ожидая там такси, да? Ну, как там вот, вас встретило вот, братья вот это? Во-первых, меня поразило то, что они поют все. И знаете, у них такой, как бы сказать, уклад, что ли. Просто они в одноголосие, и такие мужские голоса, басы и все антифоны. Херувимскую, это все очень... То, что весь храм поет у них, что ли? А все поют, и молитву Господи поют. Ну, кто-то громче, кто-то робко, но все-таки. Да, это ну интересно. И причастников было около, наверное, человек 16, и очень все это было хорошо. Ну, а вот ваши песни, когда вы исполняли, они как вот реагировали? Ну, знаете, ну, конечно, это надо у них спросить, но по тем впечатлениям, которые остались после концерта, а ясно, что все это не просто прошло. Учитывая то, что все-таки стихи, я стараюсь находить, которые на самом деле говорят о жизни твоей. Mm-hmm. Да. Чтобы на них это как-то влияло. Да, чтобы понять, что в тебе не так много всего того, как говорится, что ты там показываешь. Там, ну, понимаешь, может быть, что... мало что нас от них отделяет, мало что. Да, но ничем, конечно. Потому что, понимаешь, это тщеславие, которое тебя там так очень хитренько убаюкивает. Это все то, что вот касается вот, знаете, такого внешнего. Угу. А на самом деле это, знаете, все равно ты живешь и понимаешь, что... Честно признаться, я боялся, что вы там выложитесь, а на передаче у вас не останется пороху. Ну, похоже, что это так. Да? Трудно сейчас, да? Да. Ну, ничего, все, слава Богу. Да, там. Я думаю, нас поймут, да, кто-то. Знаете, когда столько людей идут к чаше Христовой, и ты понимаешь, и говоришь им, что без тела и крови Бога невозможно жить, угу. Это дорогого стоит, видя все это, что происходит. Слава Богу, видите, мне кажется, что потому что первым вашим запросом было, значит,
А не могли бы мне, значит, сделать выступление, особенно на зоне? У вас что, особое к этому отношение, любовь к выступлениям на зоне? Да, как-то сложно сказать. Я просто понимаю, что там им трудно, и церковь призывает к служению к этому. Вот. И, да, вот как-то милостью Божией, наверное, за месяц были три литургии, которые я служил на зонах. Но за, в разных. За месяц, да? Да. Одна Курская область, потом Воронежская, вот, потом Костромская, а потом вот сейчас ваша, Санкт-Петербургская. Себе. Ну, понимаете, это же не так как бы трудно, потому что в смысле как? Все не объяснишь, но там слушатель, все. Потому что не всегда же, как сказать, есть некоторое непонимание того, что ты делаешь. Вот. Есть же каждая, какая-то дорога у каждого человека. Как мы заходим же в храм Божий, да? Сначала паперть, потом дальше у нас идет четверик, потом идет сам храм. Надо еще доползти. Да. Люди же по-разному воспринимают. Заходят некоторые, смотрят, ой, все в золоте. Вот это да, красиво, красиво. А потом уже до престола доходит потихоньку. Слава Богу, что сегодня столько причастников было, и да, чтобы да, да. Там и пение. Поучаствовали. Знаете, хорошее пение. Произвело впечатление, да? Да, да, да. Молодец. Отец Дмитрий, отец Олег регентовал диаконом. Тоже там все. Молодцы они. Да. Я думаю, пришло время песни. Чай пили. Чай? Да, конечно. С заключенными прям? Конечно. А там у них очень хорошая такая трапеза. Все очень. И там же выступали. Да, там прям в трапезной? Да, трапезная очень красивая все. Чаечек так все. Все нормально. Да. Вот. Хорошо, что у них такие условия есть. Ну, что сейчас, залезли? Знаете, я скажу, вот, приходится, в общем-то, как бы быть, и практически везде условия создаются. На нашей, в общем-то, зоне. Я был в Мурманской епархии, там есть вот зоны строгого режима, там все такое немножко мрачновато, ну, конечно. Знаете, все-таки... Но храмы есть. Условия, они все равно воспитывают человека. Хоть как-то, знаете, немножко смиряют, душу... Смиряют, да? Да. Не, ну, те условия вообще смиряют. Но все-таки красота-то должна быть, да? У них, допустим, у вас здесь храм, ну, вообще, как игрушка. Такой красивый вообще. Очень мне понравился. Спасибо. Так, ну, поблагодарим, наверное, организацию, администрацию, да, да, тюрьмы. Да, да. Чтобы они предоставили такую возможность. Угу. Да, да. Это тоже нужно найти понимание. Конечно. Ну, вот пришло время песни. Что вы нам еще исполните? Я хотел спеть «О Богородице». Угу. Песнопение. Так как почти 21 год мое тоже служение было на Костромской земле под покровом Федоровской иконы Божьей Матери. Ну и, естественно, ей посвящается тоже. Богородице святая, царица неба и земли, блаженство райское вкушая, о нас молитву сотвори. Она нам душу ободряет, в ночную мглу и в жаркий зной, так солнце луч нас согревает. О, как нам сладостно с тобой, когда душа простится с телом, ты не покинь нас смертный час, да не коснется хлад могилы твоей молитвы о всех нас.
врачуй все наши раны. Возьми масло и вино, дозволь нам, Мати, поклониться престолу Сына Твоего. О, Богородице святая, Царица неба и земли, блаженство райское вкушая, о нас молитву сотвори. О, Богородице святая, Царица неба и земли, блаженство райское вкушая, о нас молитву сотвори. Спаси, Господи. Музыка ваша умиротворяет. И у вас в основном такие песни религиозного, да, содержания? Да нет, я пою казачьи песни. И казачьи? Военные. Циклами, да? Да, конечно. Ну, это же все в народе живет, и, естественно, во мне тоже. Ну как, ну представляете, если, допустим, я там приду на концерте и буду петь вот всегда вот, то есть вот. Угу. И жизнь невинной радости-то должны быть, да? Угу. Попеть песни какие-то такие вот наши, которые выстраданы по-настоящему. Потому что если это чувство там к ближнему, то они настоящие чувства. Если это любовь к родине, там, это вот все. Ну, мы сегодня еще хотели говорить вообще, но на протяжении всей передачи угу. об этом служении, вот песенном служении. Вообще нужно оно, не нужно. Начали, вот как вы начали уже говорить, о ступенях. Да, отец Антон, знаете, так как времени всегда, то есть мало. Вы знаете, мне раз, я был свидетелем такого разговора. Ага. Ну, на протяжении там многих лет там, я отца Матфея Мармеля пел. Потому что для меня это... Серьезно? Да. Угу. Его звучание, хор, это все, знаете, это мечта. Вот. И помню, была какая-то конференция, и вот один батюшка говорил, надо в церкви петь только тихо, молитвенно, чтобы было все. Но он был такой у нас очень настроенный на пение такое высокое, такое громкое. Он говорит, батюшка, а вы как ходите? Всегда медленно? Или бывает вы и поскору? Вот и весь ответ. Все зависит от того, насколько выстроено отношения со слушателем, с человеком. Это же как на исповеди. Когда человек приходит, священник же чувствует его состояние. И он один вопрос задаст. Где-то его поторопит, а где-то приходится и молчать, и слушать. Все это очень, да, близко, да? Это, ну, да. Все к восприятию, к индивидуальности. Ну, а вам так, какие песни ближе? Напевные какие-то, да? Ближе все-таки, где все-таки какая-то суть есть. Вот, знаете, вот, которую вы сами чувствуете. Да. И в то же время мелодично я люблю песни, да. А вот мелодии. Талант, который вам Господь дал, тембр голоса. У знаете, вас достаточно высокий голос. Ой, да, я где-то лет, наверное, до 40 там все пел. И о таланте. У меня интересно есть стихотворение, которое... Вот, кстати, автор этого стихотворения, «Царство небесное», Михаил Гусаров, поэт московский. И у него есть стихотворение, называется «Талант». «Пусть у тебя ума палата и голос, как полет души, ты в меру данного таланта благому делу послужи. Когда же огонь, что был горячим, остынет, ты о том скорбя, прикинь, на что талант потрачен, во славу Бога или себя».
Коль жизнь — фанфары и парады, овации и ордена, какой еще ты ждешь награды? Ты получил ее сполна. Мирская слава выйдет боком, когда предстанешь ты пред ним. Любой талант дается Богом. Чего ж кичишься не своим? Надо это стихотворение читать перед каждой нашей передачей. А вы знаете, я написал музыку. И у нас такая она какая-то бравадная получилась. И она не пошла. И вот я, если на концертах, я читаю это стихотворение. А, на этот текст, да? Да, у меня есть музыка, но песня. Что-то как-то не играется. Там больше хочется сказать слова. Ну, значит, так оно. Да. Так оно и так и доступнее. Угу. Ну, это правильный подход. Ну, наверное. Может, хоть в этом не ошибся. Что, есть ошибки в жизни? В жизни? О, Господи. Ну, я думаю, это не ошибка. Бывает очень грустно за свою жизнь. Это так мягко сказано. Ну, я думаю, что не ошибка взять в руки гитару и петь. Душа просится? Нет. Мне просто не поймут. Да и я и сам себя не пойму. Вот. У меня постоянно вопрос возникает на передаче. Вот. Угу. И священники, когда приходят, и священнослужители, кто в алтаре. Вот можно ли на это поприще выходить? Нужно ли? Многие мучаются этим вопросом. Поэтому я вот к вам обращаюсь сегодня, как к человеку, у которого большой опыт выступлений. Тес Анатолий, вот если вы задаете этот вопрос, то вы, наверное, знаете все-таки ответ на это. Потому что вы... Я для самого себя. Да, потому что ваши лавровские встречи, это дорогого стоит, я скажу честно. Так что, во-первых, спасибо, и то, что вы сидите и вместе с инструментом, да, но это нужно. Слава Богу. Давайте еще одну песню, да? Да, хорошо. Следующая песня будет называться «Не осуждай». «Не осуждай». Да, я как-то Господь меня сподобил встречаться, есть такой знаменитый архимандрит Павел Груздев, в Тутаеве. И были у нас, у меня с ним встречи, помню, и незабываемые, конечно, эти впечатления, удивительные. Я, конечно, не могу так все сказать, как он говорит, потому что, знаете, вот некоторые раз мы попадаем, бывает так, что со святыми людьми встречаемся, общаемся, и мы уже вдруг представим, что мы тоже что-то, себе что-то значим. Но мы, когда говорим, от нас не плачут. А я помню, когда он говорил, у меня слезы текли от радости. Потому что это такое великое счастье. Это надо просто представить, как это все происходит. Он говорил о такой чистоты сердечной. У него невероятная эта чистота. Что там нет страстей, там нет каких-то гордости, вот это осуждение, все. Угу. Ну, замечания, может быть, есть, конечно. Да. Потому что то, что он мне сказал, конечно, мне даже как-то стыдно говорить. Но осуждение, о чем мы говорим? Нельзя осуждать, да и все. Потому что если осуждаешь, ты просто опустошаешь душу. А там, как только появилась лазейка, и заехала все туда. Все, приходишь на работу, домой приходишь, чё это такое, весь раздраженный, на всех нападаешь. Угу. Все, место занято. Все. А этот мир такой, он тонок. Его же там так просто не восстановить. Хотя вот мне один архиерей как-то сказал, интересно, говорит, что душа имеет свойство восстанавливаться. Вот это я запомнил. Я все жду, думаю, когда же она восстановится все-таки мне. А с какой скоростью, интересно? Так, медленно. 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 Быстро грешишь, да. Но медленно восстанавливаешься. И шрамы остаются на душе, эрупции, видимо. От этого никуда не деться. Для этого нужна исповедь, естественно. Некоторые говорят, пойду на исповедь, и все, поисповедуюсь. Естественно, поисповедуйся. Угу. Но грех, он всегда из-за угла тебе как... Чуть-чуть ты себе позволил, он тебе уже ручкой там машет, привет, я здесь. Да, он захватил тебя полностью. То есть это все непросто. Это так известно нам. Да. Только как готок. Запустит и все. Позволишь. Есть такое. Не осуждай. Да, не осуждай.
не осуждай за тем, что все мы люди, все немощны, окутаны грехом. Волнуют страсти наши души, в грехе родимся и живем. Не осуждай за тем, что быть судьёю, спроси у совести, ты сам-то лучший. О, брат, кто точно чист душою, тот благ при грешностям других. Не осуждай, ведь слову нет возврата, ты помнишь ли слова Христа легко? Сучок увидеть в глазе брата, а брат видеть в своем бревно. Не осуждай за тем, чтоб облеченный не пал бы на тебя тот камень с высоты. Тяжелый камень осуждения, который брата бросил ты. Не осуждай, не люди злы душою, а жизнь людей бывает часто зла. Сперва узнай, какой стезёю она к погибели вела. Не осуждай, дерзнёшь ли поручиться, что ты пристрастием не будешь увлечён. Не осуждай, ты можешь ошибиться. Не осуждай, не будешь осуждён. Спаси, Господи. Я, знаете, я очень рад, что я могу вас представить нашим телезрителям, чтобы как можно больше узнали ваше творчество. Я сейчас понимаю, что вам трудно, ну, что, ну, и состояние здоровья, и все такое прочее. И вы пересекли большие расстояния, и сегодня и службы, и выступления. Но низкий вам поклон за вашу такую деятельность. Вот, все понимаю, да. Теперь буду и уж молиться. У меня даже такая идея, чтобы молиться за всех участников нашей передачи «Лаврские встречи». А, к сожалению, первая часть у нас заканчивается, мы встретимся во второй части. Вот. Дорогие братья и сестры, первая часть нашей передачи закончена. С нами был протодиакон Михаил Спельник и его спутники. Божьей всем помощи и ангела-хранителя на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи. Храни, Господь.